всем абонентам кабельного телевидения «Волна». Акция «Новый год без долгов». Для участия всего лишь нужно войти в 2022 год без задолженности по абонентской плате за телевидение. Дата розыгрыша ценных призов и подарков будет сообщена дополнительно. Адреса центров обслуживания клиентов: улица Островского, 74, телефон 720070, и улица Ленина, 16, телефон 790099. Стань одним из счастливчиков! Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг: замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, комплексные ремонты квартир, отделка помещений, а также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. Вниманию населения! По телефону горячей линии 743-44 вы можете сообщить о фактах нарушения санитарно-противоэпидемических требований, установленных в период распространения новой коронавирусной инфекции. Режим работы телефона горячей линии: понедельник, пятница с 9 до 13, с 14 до 16. Для передачи информации необходимо сообщить свои данные: фамилия, имя, отчество, контактный телефон и суть обращения. Поступившие сигналы направляются в ОМВД России по городу Печоре для принятия мер. Кружки с видами Печоры. Цена от 300 рублей. Купить можно по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Также принимаем индивидуальные заказы. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.